were staying in Paris to get away from your parents. And I thought, wow, if I could take this in a shot right now, I don't think that we could work this out. Out on a terrace, I don't know if it's fair, but I thought, how could I let you fall by yourself? Well, I'm wasted with someone else. If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything, they'll say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything that shows that we are better. Staying in Paris to get away from your parents. You look so proud standing there with a frown and a cigarette, posting pictures of yourself on the internet. Out on the terrace, we breathe in the air of this small town on our own, cutting glass with the thrill of it, getting drunk on the past we were living in. If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything, they'll say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything. Let's show them we are better. Show them we are. Show them we are. Let's show them we are. 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 Это 10-й выпуск Фриска Лайв. Мы приехали в город. Микрофон поближе, Галь. В город Ростов-на-Дону на кубок МТС по воркауту. И мы приехали делегацией небольшой, два человека. Я, Галина Сидоренко, и Леша, покажи себя. Да-да, я тут. Победители наградили ценными призами и подарками от спонсоров. Следите за нашим выпуском Фриска Лайв. И на этом все. Серьезно, в Ростове нужно разнообразие, Галь. Я сальтушку крутану, отвечаю. Вот, вот это другое дело, ну, другой разговор вообще. Ты не хочешь привет никому передать, а? Я... Сулику, Сулейману, Сулику привет. Короче. Мы приехали в Ростов, да? И чё? Такие стоят. А сзади смотри, сейчас, не смотри, сейчас. Пока не смотри, да? Не сейчас сюрприз будет. Сейчас, да. Прям сюрприз, Галь. Охереешь. Вот прям. Сейчас смотри. Сейчас, смотри, сейчас прям поворачивай. Окей. И этот чувак, он просто садится сейчас в автобусе, он даже не смотрит на нас. Ну, у типа квадрокоптер, он зазнался, все дела. Давай спросим. А, дорогой товарищ, это не вы два первых места на России взяли? Здравствуй. О, знакомые все лица. Вы что сюда приехали? Смотри, какой он милый на камеру. Вы за планшетом приехали, что? Да. Они за планшетом приехали. Наивная. Наивная. Может, за наушниками? Нет, наивная. Хочу планшет. Я тоже хочу планшет. И тебе нельзя. Дай я тебе пожелаю удачи. И тебе я тоже пожелаю удачи, парень. Петь не могу. Итак. Я не пользуюсь. Мы пришли в парк Революции на воркаут-площадку. Одна из самых больших площадок Кенгуру Про в мире.
по-моему, 1300 квадратов, да, или сколько? 1000. Эска. Динамика тут, ребят. Динамика! Сейчас пойдем проверим. Димон, что заболел? Что? У вас тоже? Да не, я не пойду прям там фоткать, честно. Галя, вам семечек дать еще? Слышать? Готовится к зимнему сезону. Не надо, Галя, напрягаться. Ноги шире. Портфель между ног должен быть. Да, вот прям приседай. Не надо напрягаться. Тебе нужна дырочка. Ну, в смысле, чтобы портфель пролазил. Нужно найти две такие штуки. Замечательно. Прелестно. Надо радоваться. Где Зюлев? А вон он. Зюлев! Саня, пойдем к нему. Пошли, ты его знаешь? Конечно, нет. Но мы идем к Зюле. Это Зюлев, Саня Зюлев. Эй, мы идем к нему. Галь, а ты его знаешь? Знаю. Серьезно? Ну, ты его знаешь? Я видосах видел. Саня, мы тебя не знаем, но мы тебя на видосах видели. Здорово. Мы этот влог снимаем. Ты какими судьбами? Выступать будем. Да? Передай привет краснодарскому паркуру. СЦПУ там. Да, мы с ними общаемся постоянно. Да? Но все равно привет. Терновой, ты смотришь, привет для тебя. Замутишь что-нибудь? Да, или подождите, или без разогрева? Мы еще выступать будем. Да, мы тоже выступать будем. У нас вон воркаут. Тут все равно по очереди. Я понял. Давай. Есть что-нибудь подросток? Не-не-не, ты уже вытерся. Химик. Химик. Кто тут химик? Кто мы не химик? Кто тут химик? Не пали. Тихо, не пали, но я ж. Я ж не говорю, что он синтол принимает. Два Халка. Блядь, Дим, вот самые пошлые выпуски с тобой. Золотой дождь для Димочки. Нормальная пицца. Ташир пицца? Нормально, нормально. Нормально, нормально, да. Реклама Ташир пицца. Что он мне сказал? Zero, 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 zero. Мы целый день не ели. Бля, у меня батарейка садится. Быстрее ешь этот шарик, Галя. Быстрее. Давай. Тормажь же. Это было сильно, Галя. Может, ты что-нибудь скажешь все-таки? Давай, ну быстрее, на эту снимаем. Быстрее, скажи, что. Короче. Я боюсь. Давай. Не зажимай его просто. Отпускай. Галя, потише. Да просто отпусти шарик, и все, он пернет разок. Быстрее. Я не знаю, что сказать. Но мы едем в Краснодар. Он за тебя скажет. Ясно? Зеро, 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 зеро.